вами займемся разбором ошибок по направлению лингвистика, которые были допущены при выполнении занятий отборочного этапа. Меня зовут Мария Владимировна Хохлова, и я кандидат филологических наук, доцент кафедры математической лингвистики Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех вас с прохождением в следующий заключительный тур, да, а также пожелать успехов тем, кто, возможно, не прошел, да, но тем не менее, да, все равно попробовал свои силы в этой олимпиаде, да. Мне кажется, что все замечательно справились, вот, а какие-то ошибки, которые были допущены, можно учесть на будущее. Итак, начнем мы с категории участников бакалавриат, да, как и обычно. Я сразу скажу, что мы с вами не будем рассматривать абсолютно все ошибки, да, потому что вариантов у нас несколько, да, и ошибки могли быть допущены в разных заданиях, но тем не менее я попыталась посмотреть на все те типичные ошибки, которые были допущены большинством. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы можете их задать в чате. Итак, блок «Прикладная лингвистика», наш первый блок, который включает несколько заданий. И здесь ошибки были допущены, например, в четвертом вопросе, когда нужно было выбрать правильные варианты из имеющихся. Вопрос звучит так. К методам синтеза речи не относятся. Да? Тут нужно было обратить внимание, да, на эту частицу «не». И дальше выбрать тот вариант, который точно не подходит. Вариант А – аннотирующий синтез. Вариант Б – селективный синтез. Вариант В – артикуляционный синтез. И вариант Г – компилятивный синтез. Ну вот здесь уже мне подсказывает, да, подсвечивается неправильный вариант. Вариант А – аннотирующий синтез. Да, такого синтеза у нас нет, поэтому нужно было выбрать только его. На что хотела бы обратить внимание в этом вопросе? Да, этот вопрос относится к тематической, да, области, к теме фонетика, да, и если бы вдруг, да, возникли какие-то вопросы, как можно подготовиться по этой тематике, то здесь я посоветовала бы вам прочитать, например, монографию, да, точнее даже учебник по прикладной лингвистике, который вынесен был у нас, когда мы разбирали задание демо-версии, да, в качестве рекомендуемой литературы. Да, там как раз это все описывается и охватываются эти темы. Далее, шестой вопрос. Шестой вопрос связан с тем, что вы выступаете в некоторой роли, да, вы являетесь научным руководителем студента и дальше читаете его курсовую работу. Ну, в общем-то, типичное, да, задание, да, типичная задача, с которой сталкивается преподаватель в университете. В тексте курсовой работы студента встречается следующий текст. На следующем этапе работы необходимо выполнить морфологическую нотацию текста. Исправьте возможную ошибку в использовании термина. Но, собственно, здесь всего лишь одно предложение, поэтому было бы, наверное, странно, да, искать подвох в ином каком-то месте, да, нежели в слове нотацию, да, морфологическую нотацию. Звучит как-то не очень, да. Нотация у нас все-таки связана с несколько иным значением, да, поэтому морфологическую, наверное, что можно сделать с текстом? Да, то есть как-то добавить какую-то морфологическую информацию к тексту, да, выполнить морфологический анализ, да, подходит, да, но здесь у нас с вами женский род, да, поэтому это у нас слово разметка, да, выполнить морфологическую разметку текста, да, и как раз разметка у нас и приводится в качестве верного варианта ответа. Идем с вами дальше. Следующий блок – лингвистическая задача. Но вот с моей точки зрения, наверное, это самый такой интересный и нетривиальный блок, в котором можно попробовать свои силы, да, который точно от вас не требует каких-то предварительных знаний, да, или даже умения догадываться, да, а скорее, да, просто умение аналитически мыслить, в общем-то, то, чем должны обладать лингвисты. Даны слова языка «инь-динь» с проставленным ударением. Да? Собственно, у нас здесь с вами четыре столбца, да, три строки, да, то есть 12 слов, и необходимо понять некоторую закономерность, да, судя по всему, как
проставляются ударения в зависимости от того, какое слово перед нами. И, соответственно, вопросы, связанные именно с этой простановкой ударения. Да, например, вопрос номер 7. На какие слоги или на какой слог падают ударения, да, в следующем слове. Ну, тут необходимо, опять же, посмотреть на эту таблицу, да, и понять некоторую закономерность. Но, во-первых, если у нас есть долгий гласный, да, то ударение падает на него. Да, вы это можете заметить. Долгий гласный, это, кстати, написано в примечании, он у нас обозначается при помощи двоеточия. Да. Соответственно, здесь мы с вами видим, да, что когда долгий гласный, то над ним, да, у нас проставлено это ударение. Хорошо. А что нам тогда делать в других случаях? Но в другом случае мы с вами должны внимательно посмотреть, а чем еще отличаются у нас эти слова. Да. Слова эти у нас отличаются, например, тем, какое количество слогов в них входит. Да, например, у нас есть двусложные слова, есть трехсложные, да, и n-сложные слова. То есть, судя по всему, да, если у нас не встречается долгий гласный, да, то тогда ударение падает у нас на первый слог. Вы сейчас можете проверить эту мысль, да, не допустил ли я какой-то ошибки, не противоречу ли я. Что мы делаем в случае, когда у нас больше, чем два слога? Да, если у нас три, да, и более слогов, то тогда у нас, да, точно так же ставится на первый, да, слог ударения и получается через слог. Да. Но если у нас встречается долгий гласный, да, то тогда нужно, получается, отсчитывать именно от него. То есть он будет как первый, да, ударенный и через слог следующий. Вроде бы логика понятна, да? Теперь мы можем применить ее к вот этому седьмому вопросу, к первому подпункту. Да, значит, еще раз, да, смотрим на наше слово. У него здесь четыре слога, как мы можем об этом судить. Да, тогда здесь у нас нет долгого гласного, то вроде бы, да, мы ставим ударение на первый слог и через слог на третий слог. Значит, правильный ответ А и правильный ответ С. Здесь я хотела обратить ваше внимание, да, что, конечно, надо было быть внимательным, да, и выбрать здесь не один, а два варианта. Да. Ну, собственно, формулировка вопроса, она тоже об этом говорит, да, что у нас могут быть слоги. Да. Далее, второй вопрос. На какие слоги или на какой слог падает ударение в следующем слове? Ну вот, опять же, если мы с вами применяем эту же самую мысль, эту же самую логику, то тогда здесь мы должны с вами найти долгий гласный. Да, я очень извиняюсь, у меня там курсор оказался, когда я делала скриншот. Но вот поверьте, в последнем слоге у нас долгий гласный, да, у. Соответственно, на него падает ударение, да, и тогда за слог перед ним, да, это тогда у нас будет слог бу. Да, да, то есть я имею в виду, получается, даже за два слога перед ним, да, через один слог. Вот, тогда это будет вариант Б, да, и вариант Д. Они здесь у меня не отмечены, да, но вы сейчас сами себя могли проверить, да, не подсматривая в ответ. Ну, задачки по лингвистике, они разные, да, но, тем не менее, все они связаны вот с этой логикой, да, что-то понять, да, что-то увидеть, какой-то суффикс, какой-то аффикс там был, например, связано ли это с удвоением, да, какого-то звука, да, или с, там, я не знаю, корневым звуком, да, с корневой гласной, или еще как-то, да, то есть здесь прежде всего требуется логически мыслить, да, и очень аккуратно, да, просто выполнять эти шаги, да, для того, чтобы понять вот этот механизм, который скрывается в этом словообразовании. Ну, еще раз повторюсь, мне кажется, что это очень интересная задача, да, то есть такая чисто лингвистическая. Далее.
Теория и практика перевода, наш третий блок. И здесь вопрос номер 13 вызвал некоторые затруднения. Да? Звучит он следующим образом. Ранние опыты машинного перевода зашли в тупик, кроме всего прочего, из-за неспособности компьютеров решить проблему, связанную с рядом естественных лексических явлений любого естественного языка. Какое из названных явлений совсем не мешало машинному переводу? Ну вот совсем не мешало. Но на самом деле, да, здесь же речь идет о ранних опытах машинного перевода, да, тогда машинному переводу мешало много что. Да, это середина 20 века, да, и даже вторая половина 20 века. Машинный перевод, конечно же, не был так развит, как сейчас мы это видим, когда появились нейронные сети, когда появился, например, перевод от Гугла. Да, то есть действительно много составляющих языка, да, если так можно выразиться, если мы подходим с такой чисто программистской точки зрения, они мешали, да, и выяснилось, что вроде бы как машинный перевод, да, вообще полноценная система, который выполняет машинный перевод, да, она не может быть создана. Итак, смотрим на варианты. Полисемия не мешает, а еще как мешает. Очень даже мешает. И те из вас, кто хотя бы занимался автоматической обработкой текстов, или кто смотрел на результаты обработки текстов, кто, например, работал с Национальным корпусом русского языка или с иным корпусом, те могли заметить, что полисемичных случаев очень много, и не всегда эта полисемия еще распознается, например, в разметке, да, или если перед нами полисемичное слово, да, то нужно, опять же, даже в словаре, да, при переводе, соответственно, выбрать, да, то, тот вариант, да, который подходит, да, а не просто наобум какое-то слово из списка. Да, поэтому полисемия явно доставляет сложности не только машинному переводу, но и обычным переводчикам. Далее, амонимия. Ну, все то же самое, да, опять же, Национальный корпус русского языка нас в этом убеждает, да, очень много амонимичных случаев, амонимия не распознана в большей части корпуса, и опять же, да, если мы имеем дело с амонимичным словом, да, то снова, да, в словаре мы должны понимать, какой переводной эквивалент подходит. Антонимия. Тут можно задуматься, да, составляет ли она сложность, да, возможно, в каких-то случаях и да, да, но в отличие от полисемии, от амонимии, антонимия, да, все-таки это, наверное, более простая проблема, да, поэтому можно сейчас даже знаком вопросика ее обозначить, да, как если бы мы бы ее бы выбрали или думали выбрать, и посмотреть на вариант Г, метафоризация, ну, с метафорами очень сложно обстоит дело даже сейчас, да, когда машинный перевод шагнул вперед, и для, опять же, обычных переводчиков, да, метафоры сложны для перевода, поэтому точно это головная боль. Значит, у нас остается тот самый предыдущий вариант, да, который мы с вами пометили вот этим знаком вопроса. Соответственно, антонимия, да, единственный, да, правильный вариант при ответе на данный вопрос. Ну, я надеюсь, что с этим понятно. И последний блок, о котором я хотела сказать, это иностранный язык. Здесь на примере английского языка я просто хотела бы продемонстрировать, да, некоторые правильные ответы. Соответственно, у нас есть текст, да, и необходимо заполнить пропуски в этом тексте. Вот, к счастью, у нас есть те слова, которые должны быть вставлены, да, в этот текст. Поэтому все мы здесь с вами можем увидеть, да, сразу. Мы не должны с вами догадываться или придумывать, да, какими словами заполнять эти пропуски. Это хорошо. Вот, здесь в качестве некоторой схемы, да, я бы посоветовала вам обращать внимание на часть речи. Да, казалось бы, тривиальная мысль, но когда вы выполняете задание, когда вы волнуетесь, нервничаете, да, иногда бывает непонятно, да, с чего начать, вот, просто попытайтесь сначала прочитать, да, текст, да, или, ну, там, скажем, первые два предложения, да, первый абзац, и понять вообще, о чем идет речь и какие части речи могут находиться на вот этих местах, на этих слотах, да, куда вам нужно будет вставить недостающие элементы. Да, соответственно, здесь мы с вами, да, поступаем точно так же,
да, смотрим на тот текст, который перед нами, и пытаемся понять, да, на какой позиции у нас могла бы быть какая часть речи. Да, ну вот дальше вы видите ответы. Я думаю, что не требуется каждый это здесь пояснять, да, но алгоритм, да, таков. Да, а те из вас, кому достался этот вариант, могут себя, да, проверить, да, правильно ли вы подставили слова из списка. Вот, а на этом мы с вами заканчиваем с блоком бакалавриата и переходим к категории участников специалитет и магистратура. Да, соответственно, здесь у нас тоже есть свои сложности. Первый блок – прикладная лингвистика. Значит, здесь у меня, к сожалению, не все поместилось на кадр, да, потому что тут было довольно много, да, всего, но основная идея заключается в следующем. Опять же, есть задача, с которой вы работаете, да, а именно вы выступаете организатором какой-то конференции. Ну, в данном, да, ну, конференции, хорошо, хотел сказать студенческая, да, тут не понять. Вот, значит, лингвистической конференции. Соответственно, сюда поступили, на нее поступили 10 заявок. И тот вопрос, который у меня здесь не указан, этот вопрос заключается в следующем. Есть еще список ключевых слов, и необходимо сопоставить этому списку ключевых слов заявки, которые вы сейчас видите на экране. Как тут можно поступить? Можно понять по названию, да, или попытаться понять по названию каждой из заявки, какие ключевые слова ей могут быть сопоставлены, или какие секции, да, там тоже еще был вопрос по поводу секций, какие секции могут быть сопоставлены. Ну, допустим, вот то, что мы здесь с вами сейчас видим, региональные различия во французском жестовом языке и роль школьного образования, да. Значит, из тех секций или из тех ключевых слов, которые у нас могут быть, это, например, там, региональные различия, да, так и можно было бы написать, можно было бы написать социолингвистика, можно было бы написать как-то социолекты, жестовый язык, да, и так далее, то, наверное, эта заявка, она подошла бы вот по этой тематике, да, к социолингвистике. Далее вторая заявка – жаргон профессиональных барберов по данным опроса. Снова, да, похож на социолингвистику, жаргон. Да. Третья заявка – использование скрытых марковских моделей при машинном обучении звучащей речи. Ключевыми словами здесь могут быть марковские модели, скрытые марковские модели, машинное распознавание и звучащая речь. Все это подходит по тематике к секции, да, условной секции компьютерная лингвистика или к секции, например, фонетика, если такая бы была, да, тоже. То есть это такой доклад между двумя секциями, но там в этом задании там была только одна секция компьютерная лингвистика, поэтому вы могли ее и выбрать. Далее, давайте с вами все не просматривать. Да, мне кажется, что логика здесь ясна и понятна. Ну, допустим, восьмой пункт, восьмая заявка, социокультурная идентичность. Опять же, социо у нас появляется, да, языковой выбор арабоязычных женщин и мужчин в современном Египте. Да, то есть снова, да, речь идет об изучении, да, каких-то различий. Да, соответственно, вот, опять же, та самая социолингвистика, о которой я уже упоминала, вполне нам здесь подходит. Морфологический анализатор корейского языка, статистические алгоритмы разметки в сочетании с применением морфологических правил на основе корпуса. И это тоже компьютерная лингвистика. Да? Ну, конечно, если бы у нас с вами была бы, например, секция, посвященная восточным языкам, да, то вполне возможно, этот доклад можно было бы отнести к ней. Да? Ну, поскольку там была компьютерная лингвистика, и действительно здесь больше вот этой компьютерной части, прикладной части, алгоритмической части, то, соответственно, мы тогда этот девятый доклад можем именно в эту секцию поместить. Вот. Мне кажется, что здесь ничего такого сложного, да, просто нужно не запутаться в нумерации и сделать этот выбор довольно аккуратно, да, сопоставить доклад с секцией или доклад с ключевыми словами. Мне кажется, что все с этим
должны были справиться, ну, и вопросы были, да, поэтому мне кажется, что мы сейчас с вами тоже хорошо это так разобрали. Вот, дальше, что касается лингвистической задачи. Опять, у нас даны слова и словосочетания на уйгурском языке и их переводы на русский язык. Я сейчас не буду вас мучить с такой полной выкладкой, с полным таким полноценным объяснением этой задачи. Вот, скажу только следующее. Здесь нам необходимо было обратить внимание на то, что перед нами. Во-первых, множественное число, да, а во-вторых, у каждого слова на уйгурском языке, или так, почти у каждого, да, который здесь приводится, есть некоторый суффикс, который имеет разный вид, да, но чисто формально, да, они похожи, да, там лар, лэр, лор, тер, да, тар. Вот, и, соответственно, как раз вопрос 4.1, он и заключается в том, чтобы понять, какой суффикс будет использоваться на месте пропуска R мужчины, да, то есть R, да, и дальше вот этот суффикс. И дальше дается довольно длинный список. Вот, вот уже если навскидку просто посмотреть на нашу таблицу, то мы с вами можем заметить, как только у нас появляется вот этот R, да, вот это A с точками, да, то это сигнализирует о том, что мы должны с вами посмотреть, а какой же у нас корневой гласный используется. И вот в случаях, например, ночи, да, или, например, мухи, да, мы здесь с вами видим, что вот эти два суффикса, их предваряет, да, соответственно, а с точками, да, то, что мы в немецком языке еще с вами наблюдаем. Соответственно, здесь, наверное, нужно было бы выбрать, да, вот этот лэр, да, то есть вариант Б. Да. По крайней мере, для того, чтобы ответить на этот вопрос, вот этой такой, я бы сказала, укороченной очень логической цепочки, было бы вполне достаточно. Да? Дальше следующие вопросы, они тоже заключались в том, чтобы выбрать, да, некоторый суффикс для разных слов. Но вот то, что мы обращаем внимание с вами на корневой гласный, да, здесь это такой ключевой момент. Да? То есть понять, что у нас есть в корне, да? Что у нас предваряет наш суффикс, да, какой там гласный используется, и в зависимости от этого гласного посмотреть на то, какой у нас есть суффикс. Да. Ну, допустим, вот если «о», да, еще здесь можно это так вот тоже понять предварительно, да, что если у нас есть гласный «о», да, то тогда, наверное, суффикс у нас будет иметь вид «лор». Да. Вот. Ну, в общем-то, опять же, можно еще как-то поколдовать с этой задачкой, да, сделать еще больше умозаключений, да, вывести правила, да, которым можно будет пользоваться при решении других вопросов. Но я думаю, что здесь тоже должно быть все ясно и понятно. Вот. И снова блок «Иностранный язык». Здесь у нас дан фрагмент текста, в котором допущены ошибки. Соответственно, необходимо эти ошибки подкорректировать. Да? Слава богу, ошибки выделены. Да? То есть, соответственно, вы знаете, какое слово было неверно в этом тексте. Да? Берете это слово, да, и на что-то его заменяете. Но здесь можно даже воспользоваться таким небольшим лайфхаком. Очень часто те слова, которые здесь выделены в качестве ошибочных, эти ошибки, они заменяют, они являются антонимом или синонимом к правильному слову. Да, то есть, скорее всего, там, если речь идет о морфологических чертах, да, то, наверное, должны быть синтаксические, да, или семантические. Я не говорю об этом случае, да, но вот просто в общем. Вот. Если речь идет о, там, я не знаю, например, о какой-то категории, да, например, род, да, то возможно, да, что имелось в виду другая категория, там, скажем, вид, да, или еще, ну, какая-то, да, например, число. Да, то есть, вот, исходя из этой логики, можно подобрать, да, правильные варианты. Да, безусловно, те, которые подходят для ответа, да, на этот вопрос.
Вот, и это все, как мне кажется, что мы с вами должны были разобрать вот в связи с ошибками, которые были допущены в этом отборочном туре, да, при решении задачи отборочного тура. Еще раз повторюсь, что мне кажется, что очень многие справились на очень хорошем уровне, поэтому мне кажется, что и дальше не должно быть слишком много вопросов, да, или ошибок уже на заключительном этапе. Вот. Большое спасибо за ваше внимание. Я готова ответить или постараюсь ответить на ваши вопросы. Да, Мария Владимировна, спасибо большое. Ну, на какие-то вопросы я уже ответила, но самый основной вопрос, на который я в замешательстве, следующий. Почему в направлении лингвистика включаются вопросы из прикладной лингвистики? В университетах это два разных направления. Вы знаете, мне нужно посмотреть, да, на различные спецификации, да, на то, как обозначается. Если я правильно помню, то называется, по-моему, языкознание и языкознание и филологии, как-то так называется, самоукрупненная группа вот этих предметов. Да, поэтому здесь у меня бы не возникло вопросов, что так разделять лингвистику и прикладную лингвистику. Да, совершенно. То есть это хороший вопрос, да, но я бы не сказала, что это два разных направления, да, тем более здесь мы говорим не о филологии, да, действительно о лингвистике, да, то есть лингвисты пользуются различными методами, да, и более такими прикладными методами, и более точными методами. Вот, поэтому здесь вот я не видела бы проблемы, да, тем более мы давали литературу, да, по этим вопросам в качестве рекомендуемой при подготовке к отборочному туру. Да. И там можно было познакомиться с типовыми заданиями, да, и понять, что да, там будут вопросы, да, связанные с то, что вы называете прикладной лингвистикой, да, там, с компьютерной лингвистикой, с корпусной лингвистикой, с фонетикой, да, ну, это то, что сейчас пронизывает, в общем-то, лингвистические задачи. И вообще наша олимпиада нацелена на решение тех задач, которые стоят перед специалистом-лингвистом, да, то есть это не только традиционная, скажем, перевод, да, например, или, там, скажем, редактирование текстов, да, но это такие более, я бы сказала, технические задачи, да, когда лингвисты сотрудничают с программистами, сотрудничают с специалистами в области компьютерных наук, да, для разработки разных программных продуктов. Да, поэтому мы говорим именно о профессиональной составляющей. Да, поэтому с нашей точки зрения это важно. Угу, спасибо большое. Надеюсь, что мы ответили на вопрос. Ну, да, я надеюсь, что да. Вот, что касается вот чисто таких формальных вещей, то просто надо это перепроверить. Ну, вот еще был вопрос. Такого типа задания встречаются в финале. Это было вот это через 10 минут после начала эфира. Но я ответила, сказала, что будет еще 3 вебинара по демо-версии заключительного этапа: английский, немецкий, французский. Да. Я думаю, что можно туда перейти, если интересно, посмотреть. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, да, коллеги могут перейти и посмотреть. Там могут быть в чем-то похожие вопросы, да, но скорее, наверное, у меня теперь возник вопрос, а какого именно вопроса, да, наши участники боятся, да, какой вопрос им показался вот такой прямо из области прикладной лингвистики, что он вызывает, да, такое замешательство. Mm-hmm. Я поняла. Ну, если вопрос возникнет, уже, да, перейдут, да, я, да, надеюсь, и зададут там. Да, да, да. Да, да, ну, больше вопросов нету. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое вам. Да, спасибо слушателям. Мы отключаемся тогда.